и для уфимцев, и печально и для Спартака. Кадры, фрагменты. Матч 29-го тура Спартак-Уфа на открытии арены. Голы Ивана Пауревича, Вячеслава Кротова и, наконец, Дмитрия Стоцкого сделали сегодня результат. Победный гол Уфы, как и гол Спартака, были на заглядение. Комбинации, конечно же, красивые. Особенно мне понравилась комбинация уфимская, потому что там было все очень тонко и сложно, начиная от паса Пауревича. Вот он, резанный на ход Ханжичу. Единственный возможный пас, в свою очередь, Хариса на Стоцкого, и удар в противоход. При трех соперниках, которые пытались преградить путь мячу, это, конечно, очень и очень красиво. И самое главное в футболе – это результат. Красота стадиона, на котором сыграл сегодня «Спартак» матч, вряд ли может для болельщиков стать утешением результата позорного в этом году. Впереди, наверное, будет что-то гораздо более оптимистичное. Все на этом. Спасибо, друзья. Режиссер трансляции Юлия Мартмилович, комментатор Александр Шмурнов. Всем за работу и за внимание. Мерси. Пока.